Даугу впился насыщенная и многообразная культурная жизнь. Жители и гости города с удовольствием посещают как новые концерты и фестивали, так и ставшие уже традиционными мероприятия, программы которых продумываются таким образом, чтобы каждый год запомнился чем-то особенным. Интересные изменения ожидают полюбившийся горожанам праздник улицы Ригас, который пройдет 12 сентября. В этом году в рамках праздника пройдет также фестиваль еврейской культуры. Новый вкус празднику главной пешеходной улицы города придаст и фестиваль стритфуда, который пройдет в Даугавпилсе впервые. 19 августа участники и организаторы фестиваля уличной еды встретились в Думе, чтобы обсудить детали мероприятия. Ежегодно на празднике улицы Ригас собираются тысячи людей из разных городов Латвии, немало и иностранных туристов. Чтобы показать им разнообразие и мастерство даугавпилсских поваров, а также чтобы поддержать местных предпринимателей и помочь им справиться с неприятными экономическими последствиями периода пандемии, по инициативе председателя Думы было решено провести фестиваль стритфуда, где местные кафе и рестораны смогут презентовать свое предложение, а гости праздника замечательно провести время, наслаждаясь вкусной едой на свежем воздухе. Представители сферы общественного питания и сотрудники самоуправления обсудили технические нюансы и программу мероприятия. Я очень благодарна предпринимателям за отзывчивость. Вы видите, как их сегодня много, потому что мы высказали свое видение. Мы услышали очень много идей и предложений, которые действительно мы и будем брать во внимание. И я думаю, что и горожанам, и гостям города, и туристам 12 сентября предприятие питания, конечно, предложит очень много интересных блюд. Будут сюрпризы, будут интересные также какие-то изюминки, которые будут предложены нашим горожанам, и поэтому все получится. В день фестиваля на площади Венебас за демократичную цену можно будет попробовать угощения от самых популярных ресторанов и кафе города. Разнообразием порадует не только гастрономическое предложение, но и развлекательная программа. Интерактивная детская игровая площадка, кулинарные шоу и мастер-классы от ведущих шеф-поваров, очарование праздничной улицы Ригас и много других сюрпризов ожидают даугавпилчан и гостей города. Организаторы отмечают, что будут соблюдены все меры безопасности. Будет обеспечена дезинфекция рук, столики будут находиться на безопасном друг от друга расстоянии. Посетив фестиваль, вы приобретете незабываемый гастрономический опыт и эстетическое наслаждение, а также наверняка откроете для себя новые вкусы. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилской городской думы.